извинения за находку. Добрый день, коллеги. Мне довелось быть администратором крупнейшего из 15 нацпроектов. Это нацпрограмма «Цифровая экономика». И, де-факто, я исполняла роль руководителя ведомственного проекта офиса. Поэтому про управление государственными проектами я реально знаю много изнутри. Управляя проектами, особенно в государственной системе, мы управляем ожиданиями и изменениями, что наиболее приоритетно в конкуренции. Мы знаем, какие показатели у нас запланированы на разных дистанциях, и при приближении к новым вехам мы понимаем, что некоторые из них требуют корректировки. Нужно также помнить, что руководство всегда ждет не только исполнения ранее запланированных показателей, но и вследствие их исполнения еще и лучшие места в множественных рейтингах. Система госуправления, рейтинги появляются довольно часто, висят даже воды у курирующих вице-премьеров, и если что-то загорается красным, особенно у Дмитрия Николаевича Чернышенко, то всем становится очень невыносимо больно. А как выглядят наши рейтинги верхнего уровня? Правильно, их вид светофор. На этом слайде изображен желанный светофор. Всем бы хотелось, чтобы было много пространства положительных оценок. Вот первый круг.